Всем добрый день, друзья! А мы с вами по-прежнему в Головинке. И сейчас находимся буквально в нескольких метрах от реки Шахе. Вот она прямо перед нами там будет. Но за теплицами. Если не ошибаюсь, то здесь, в этой долине, в Головинке, вдоль реки раньше располагался совхоз или колхоз. Наверняка имени Ленина. И здесь выращивали какую-нибудь клубнику. Ну или еще что-нибудь такое. Для нужд население нашей советской родины. Ну сейчас вот видите, тут есть какие-то теплички, какие-то сады, но приехал я сюда не для того, чтобы показывать вам теплицы и сады, а приехал, чтобы посмотреть с вами вместе улицу Коммунаров. Ну, возможно, она кому-то интересна, возможно, кто-то здесь отдыхал, останавливался. Улица хорошая, интересная, прямая, до моря всего ничего. Кстати, где-то там вот замок, а вон там вон замок, вот слева, левее чуть-чуть. Прям в створе с камерой. Замок стоит, вон какие здоровенные, красивые. Ой. Домики интересные, красивые. И мы пойдем с вами по этой улочке. Покажу вам, как живут люди в Головинке. А тут такое впечатление, что юку покосили просто. Видимо, слишком уж больно большие кустарники были. Лают собачки на меня, не знаю почему. Я вроде никого не обижаю. Инжир, вот такое вот интересное строение. Не строение, а вот дерево. Ствол, интересно, закрученный. Ну и красивые домики. Чистенькая, ухоженная улочка. Улочка Коммунаров. Красиво. Прямая дорожка, смотрите, какая. Ну, что касается тротуарчиков, то, возможно, здесь они не нужны. Как видите, улочка не такая широкая. Здесь как бы все свои. Машин тут на ней ездит мало. Злятся немножко собаки. Видите, как она по-доброму злится. Она как бы мне говорит, иди отсюда, по-хорошему иди отсюда. Вот. Добрая собачка. В общем, как бы вот так. Для тех, кому интересна данная улица, пожалуйста, любуйтесь. Может, кто-то здесь был, я не знаю. Может, был, может, не был. Может быть, будет кто-нибудь. Дело в том, что сюда-то я уж точно не буду часто ездить. Это так меня сегодня как бы пронесло. Я решил добраться в Головинку. Вот. И если кто-то рассматривает Головинку для отдыха и вот знаком с улицей Коммунаров, пожалуйста, этот ролик для вас. Обратите внимание, здесь цветут березки. Ну, процветут, наверное, я загнул. Но растут в доме. Домовладение номер 25. Вожу камеры по сторонам, вожу. Не ругайтесь. 11-й домик. Подождите, там нечетный, там нечетный. Это от Лазовской им досталось, наверное, точно. Тоже сдаются комнатки, видите, объявления. Тоже интересные домики. А если вот выйти с этой улицы, а выйти придется рано или поздно, вы упираетесь прям в Тюльпановку. Вот это большое-большое поселение, так сказать. Или можно даже назвать его даже отдельным населенным пунктом. И прямо перед нами вот эта маленькая деревца. Ну, искусственная, естественно, сам этот тюльпан, который я вам показывал. Чирикают птички. Домики тюльпановские. И, наверное, у тюльпана мы и закончим вот коротенький ролик. Вот звук болгарки. Кстати, вот когда я приезжал в предыдущий раз, смотрите, там был только бетон, сейчас уже и крыша, и вон что-то с буковкой Т связанное. Я имею в виду, нанесли на здание. В Тюльпановке мы с вами уже были. Кому-то не понравилось, я помню, мой ролик сказали, вы Тюльпановку не сняли. Так вот, я снял Тюльпановку. Смотрите, пожалуйста. Всем пока, до новых встреч. Вот такой вот коротенький ролик с улицы Коммунаров, если я не забыл название опять. Всем пока.